Hi guys, каково сейчас жить в Америке? За сколько это обходится? А самое главное, сколько будет стоить купить продуктовую корзину на целую семью? Это сегодня отправляюсь выяснить в один из самых популярных супермаркетов здесь в Америке и сравнить цены за этот и за прошлый год, насколько они изменились из-за инфляции. Ну что, готовы? Погнали! Так, ребят, я уже в магазине, честно скажу, я поехала днем в четверг с ощущением, что я сейчас так хорошо пошоплюсь. Посмотрите, внимание, все битком, такое ощущение, что завтра Новый год. Короче, я буду набирать продукты, мы с вами посчитаем на кассе, сколько в итоге получится, и прямо сейчас я отправляюсь в первую очередь купить яйца. Так, ребят, коричневые яйца, 24 штучки, стоят $7.89. Забираю. Молоко 13.89 стоит. Здесь 3 пачки молока 2%, большие пачки. Я молоко брать не буду. Более того, я вам расскажу, что я в последнее время отказалась от молочки, если покупаю молоко только без лактазы. И выяснила, почему сейчас в Америке очень плохая молочка. И почему лучше даже творог здесь не покупать. Я сейчас дальше вам обязательно об этом расскажу. Давайте только из холодильника выйду, здесь очень холодно. Телевизоры, добро пожаловать. Значит, это какой-то китайский Hisense, $279.55, 4К, типа показывают. Но TCL примерно в таком же сегменте, а Samsung, вот у нас дома такой висит, 65 дюймов, $899, классный. Так, ребят, я вас поставила в какой-то очень хороший холодильник, сейчас вам давайте покажу. Не, серьезно, смотрите, это деревянный такой шпон. Открывается, значит, наверное, сюда можно какие-то модные йогурты положить. Посмотрите, какие ручки на холодильнике, на дверях. Еще отдельно, смотрите, есть диспенсер. Ты ставишь воду, холодильник подключается обычно к водопроводу и наливается стаканчик воды. Ребят, поделитесь, пожалуйста, в комментах, а сколько у вас сейчас вообще техника стоит? Будем сравнивать цены. Я вообще люблю, когда обычно под этими роликами вы пишете, а у нас там столько стоит, а у нас столько. Пишите, короче, откуда вы и какие у вас цены. Сравним это здесь в комментариях. Когда народ вот так толпится, это значит, что-то бесплатно раздается. Сегодня, смотрите, это булки с сыром и с чесноком. Он их бесплатно раздает, попробовать. Вот знаете, порой с какой проблемой встречаешься? Вот упаковка. Так, а что здесь написано? Nutrition facts, saturated fat. Без английского в Америке сейчас, конечно, никуда. И как его учить быстро и прям современно, я тут скажу то, что пробовала сама. Идите в Skyeng. Skyeng – это крупнейшая онлайн-школа английского языка в Европе. И за 11 лет работы ребята освоили эффективные методы обучения, чтобы прям вы могли начать говорить на английском уже с первого урока вслух и без напряга. Что интересно, недавно в Skyeng проанализировали с помощью искусственного интеллекта весь популярный контент на английском языке, чтобы сделать бесплатный комикс из 1000 самых нужных современных слов. Никаких скучных табличек со словами. Прям запоминайте их по яркому комиксу сразу в контексте. Героиня комикса Маша получает офер в Лондоне, рассказывает о себе новым коллегам, ведет с ними такие smoke talk, не только о погоде, знакомится с парнем Томми, заигрывает с ним с помощью пикантных словечек и идет на свидание. Комикс понравится как совсем новичкам, так и тем, кто уже хорошо знает язык, но пока не может свободно смотреть фильмы, слушать подкасты или общаться с носителями. Чем закончится свидание Маши и Тони, рассказывать не буду. Сами почитайте по QR-коду вот здесь или по ссылке в описании к этому видео. А если хотите серьезно взяться за изучение английского, то советую пройти бесплатный вводный урок в Skyeng. Там определят ваш уровень английского языка, составят персональный план обучения и подберут курс конкретно под ваши цели и возможности. Например, сейчас Skyeng предлагает интенсивные курсы, которые помогут быстро прокачать ваш английский за 3 месяца и подходят для любого уровня, даже для новичков. У Skyeng есть специальные программы для IT-специалистов, маркетологов и просто английский для жизни, который всем нам очень нужен. На интенсивных курсах вас ждут индивидуальные занятия с преподавателем по программе, выстроенной под ваши цели, безлимитные разговорные клубы, где можете практиковать разговорный английский с другими учениками своего уровня, 15-минутные диалоги с носителями со всего мира и даже персональный коуч, который может поддерживать и будет поддерживать вас на каждом этапе. Так что, ребят, go учить английский. Присоединяйтесь к огромному англоговорящему комьюнити. А по моей ссылке в описании или этому QR-коду за вами зафиксируется максимальная выгода до 40% и супербонусы. Регистрируйтесь, ну а мы погнали дальше. Если в магазине у вас есть свои вещи, или вообще нужно что-то оставить, и потом скажешь, что я это не покупала, обычно это можно сделать вот в таком вот локере здесь. А здесь же, кстати, фонтанчики для воды. Ну, типа, бесплатная вода, если хочешь попить. В целом, типичная американская история, просто сбоку нажимаешь, вода течет. Сейчас опускаюсь, вода течет, и можешь попить. Так, шампунчик Head & Shoulders каждый год сравниваю. Смотрите, $14.99, и здесь литр 180. Ну нет, не может быть, ребята, они просто реально шутят. Но посмотрите-ка внимательно, я вам просто сейчас разворачиваю камеру. Здравствуйте, елка, ребята, август. Не, они реально не прикалывают. Смотрите-ка,
Сваровски, который здесь на английском правильно называется Сваровски. Симпатичные звезды прямо на елку. Готовься не с лета, как там шутки было, но, видимо, это не шутка. Я даже не знаю, что выбрать. Смотрите, это мягкий мышь летучий, а это тыква мягкая. Так, ребят, ну если мне в руках рассказываю про инфляцию. Значит, инфляция сейчас в Америке составляет 2.9%. Вот здесь на графике видно, как обычно приложу. Считается, что это самая низкая инфляция с марта 2021 года. Скажу так, что здесь в Калифорнии это прям не супер ощущается. То есть на $100 сейчас ты идешь в магазин, ты прям намного меньше купишь, чем мог себе позволить раньше. Об этом все говорят, на это безусловно все жалуются. И я скажу так, что многие стали выбирать и жилье подешевле. То есть в апартамент комплекса, где раньше цена такая была, знаете, взвинченная, типа 3500 за однушку, ну, причем такую, за такую среднюю, то сейчас цены все упали. Я вам больше скажу, даже в нашем апартамент-комплексе, если ты снимешь такую же квартиру прямо сейчас, то ты будешь платить меньше, чем плачу я, которую я сняла 2 года назад. Вот это кресло я бы назвала качель любви. Знаете почему? Сейчас покажу. Ваня, если ты смотришь этот ролик, обращусь к мужу, я тебе такое подарю. Это просто что-то гениальное. $579.99 за такое кресло. Так, младшие у меня любят вот такие вот иногда на утро сэндвичи. Здесь яйцо, мяско и булочка, 16 граммов протеина. $15.99 отправляю все в корзинку. Так, рассказываю про молоко. Значит, сейчас выявили, что здесь в Америке у коров очень, за время, пока их выращивали, культивировали, пытались найти лучшую породу, очень изменилась ДНК. И, собственно, молоко, которое они дают, тоже претерпело изменения. Поэтому большое количество у людей реакций в виде диареи, ну, понимаете, да, прям расстройства, все, что с этим вытекают. У взрослых людей начинаются прыщи. В целом, как бы, две рекомендации. Первое, вообще попробовать отказаться от молочки. А второе, взрослым людям перестать есть, даже если оно прям из-под коробки органическое и все. Потому что наш организм не приспособлен сейчас переваривать вот эти вот энзимы молочные. И лучше в целом не пить. Короче, я на себе проверила. Реально, как бы, начинаю себя лучше чувствовать. Кожа очистилась. На мне работает. Не знаю, как на вас, ребят, поделитесь в комментариях. Прекрасно понимаю, кто-то расскажет сейчас про фермерское. Но просто напишите, что думаете. Так, здесь у нас индейка. Написано, что, видите, выращивалась она без антибиотиков. Ее прекрасно можно на всякие, на бутербродики. То есть, по сути, это вареное мяско упакованное. Смотрите, $16.64. Вот такая вот большая упаковка тоже отправляется. Лучше, чем всякие сосиски. Я, кажется, нашла что-то очень приятное. Я фиг знает, почему шепотом начала разговаривать. Наверное, потому что свечи подразумевают какую-то, знаете, такую интимную обстановку. Так, нюхаем. Ой, тыковкой пахнет. О, вот это тоже неплохо. Классные свечки, целый набор из 4 штук. То есть вот так вот еще все это выглядит. Стоит $19.99. Какой чемодан с вами берем, хотела бы я спросить. Смотрите-ка, большой Делсли. Кстати, хороший бренд. Он, по сути, как Самсонайт. Такой же и маленький. Целый наборчик из 2 таких чемоданов стоит $160.99. И сразу, знаете что, захотелось куда-нибудь полететь, отправиться в тревел. Этим летом мы успели доехать в Майами, что, конечно, очень перезагрузило. В целом, как бы, воздух, природа, все там классно. И знаете, вернувшись в Калифорнию, я вот прям стала сравнивать, а что конкретно вот меня не устраивает здесь, что не устраивает в Лос-Анджелесе. И знаете, я пришла к одному большому выводу, даже который, по секрету вам скажу, может быть, побуждает задуматься о переезде. Сейчас дальше о нем расскажу. Давайте закончим покупать продукты. Так, здесь у нас сало. Вот такая вот большая упаковка, точнее сказать, бекон, как здесь это называется, жарится по утрам. $32.83. Вот такая вот огромная пачка. Ой, американцев еда такая дурацкая. Одни бургеры вообще. Одни бургеры, смотрите. Бургеры, не могу, спасите. Спасите, бургеры одни. Что делать? Что делать? Лобстера спрошу. Лобстер, что делать? Одни бургеры везде. Я реально каждый раз просто угораю, когда это слышу. И каждый раз, знаете, сколько бы роликов не опубликовала, каждый раз найдется кто-то, кто это напишет. Я вот сейчас зашла в рыбный отдел, и здесь просто глаз и душа радуются. Вы посмотрите, это свеженькая тилапия, $21. Причем, не поверите, на рыбе сейчас везде в Калифорнии написано, она выращена на ферме или рыба, которая дикого отлова. А теперь, внимание, смотрим дикий отлов. Посмотрите, она какая краснющая, натуральная. $41.65. Давайте вам фермерскую покажу для сравнения. Вот смотрите, а это фермерская. Смотрите, это темнее, это светлее. $12.99 фермерская стоит. Так, мои ребята любят стейки. Я возьму вот такую упаковку. Она стоит $61.70. То есть мясо по $13.99.
знаешь, лайфхак года. Если вы живете один, или же у вас есть вторая половинка, но она отказывается делать вам массаж, вот такую вот штуку покупаете, называется массаж-ган, то есть массажный пистолет. Значит, ангажируете вторую половину, вручаете в руки и говорите, пожалуйста, 10 минут массажа. Потрясающе просто. Для меня это открытие года, я уже честно пользуюсь прям весь год. Мужа подсадила, даже сын старший после тренировки, он у меня сейчас на бокс ходит, прям супер прокачивается мальчик, прям занимается в нашей школе, наш тренер сюда переехал. Короче, супер вещь, очень рекомендую. Здесь $79 стоит, вот этот стоит 49. Ну, честно вам скажу, ребят, кто местный, кто смотрит обычно мои такие выпуски, очень советую просто на Amazon зайти и там купить, будет дешевле. Пылесосы, значит, Dyson. У нас подешевле, это циклон 10 с насадкой для животных. Такой у меня был несколько лет назад. Мощности немножко в нем не хватало, работал мало. Но 390... О, извините. Это на магните. Держись. Значит, он стоит 399 со скидкой. Раньше, смотрите, 499. То есть в Costco его выгодно брать. А этот посильнее, ну, то есть помощнее, его хватает надольше. И уже 699, но он не на акции. Здесь вот эти милые женщины раздают хрустяшки всякие. На самом деле это вот эти. Я их очень люблю, ребят, очень советую. Без глютена, по вкусу как хлебцы, только намного полезнее. 8,99 стоят. Я, кстати, не против что-то бесплатно в магазине попробовать, но не грязными руками. А туалет находится в другой части, короче, их не помоешь. Поэтому я вот выбираю пробовать, если есть напитки, то без сахара. Если вы никогда не видели авокадное дерево, ребят, это оно. Вот смотрите, можно купить, издалека я подумала, что это лимон изначально. Нет, смотрите, можно купить, выращивать у себя на участке следующее авокадное дерево. $23.99. Так, на фоне вот этих вот авокадных и лимонных деревьев рассказываю вам о том, что придется нам пережить в этом году. Это пойти на голосование, то есть мы получили в прошлом году паспорта, поэтому в этом году впервые будем голосовать как уже граждане Америки. А предвыборная гонка, вы сами как видите, разворачивается сейчас активно. У Камалы Харрис очень много всяких активностей. Трампа после покушения тоже не пересмотрели свою предвыборную кампанию. Короче, будет в любом случае интересно, поэтому советую вам подписаться. Кстати, скоро будет лотерея Green Card, Divi Lottery. Я обычно в своем телеграм-канале бесплатно размещаю инструкцию, просто чтобы помочь ребятам, которые хотят испытать удачу и, может быть, выиграть. Спойлерну. Очень многие выиграли в прошлом году по моей анкете. Это абсолютно бесплатно. Просто делают, знаете, как волонтерски здесь говорят. Что вы понимали, я не стою здесь на концерт Imagine Dragons. Я тут стою за жареной курицей, которая фирменная в магазине Costco. Стоит она 4,99. И не поверите, они не просто продают и зарабатывают. Они в минус эту курицу продают. Только потому, что это привлекает огромное количество людей зайти и вот так вот что-то докупить потом в магазине. А в целом Costco зарабатывает на абонементе. Кстати, сейчас в год абонемент стоит $60 обычный и $120 VIP, который там какие-то якобы скидки дает. Ну, в целом, это основной заработок этого магазина. И вот так вот, смотрите, люди стоят, ждут. Мне сейчас надо поближе, короче, подходить, иначе курица просто может не достаться. Так это вон там ее снимают уже с вертела. Thank you. Готово. Так, ребят, ну я набрала уже так приличненько продуктов, причем каких-то очень самых базовых, а мне кажется, что здесь уже как минимум $120 в этой корзинке. Я предлагаю добрать овощи, фрукты и сразу отправляться на кассу. За что люблю Калифорнию, ребята. Местные персики сейчас просто потрясающие. Смотрите, у них даже на коробочке написано, что они из Калифорнии. Персиковая коробка, давай, ты едешь к нам. Я думаю, что еще нектаринки возьму. Гала-галочка 4,79 за упаковку. Бананы, такой же базовый продукт в семье, как и хлеб. Их везде просто в смузи добавляешь. Так, хочешь перекусить? Банан. Грустно тебе, съешь банан. Короче, незаменимо едет в корзинку. Когда шутят про стол заказов, здравствуйте, это реально стол заказов. Тортика на день рождения. Смотрите, можно выбрать любой дизайн. Написать какой-нибудь, там, не знаю, радугу себе нарисовать, игрушечку, если малыш родился, вы хотите отпраздновать. Выбрать дату, заполнить анкету, и на заказ приедет вам торт. Давайте покажу, что из готового есть. Смотрите, какие потрясающие розы. Просто Любовь Дмитриевна для вас, знаете, хочется сказать. А это, посмотрите, оранжевые розы, такие для юбиляра. Очень красиво. 15,99 за тортик. Алкоголь вредит вашему здоровью, вы это знаете прекрасно, но покажу вам, сколько стоит бутылка Джека Дэниелса, $28.09. Лучшая в мире сладость, лучше, чем всякие булки, это финики. Вот, ребят, то на диете, и вообще, как бы, понятно, что надо и количество тоже регулировать,
11,99 за пачку. Я возьму точно. А я хочу взять большую пачку. Вот такую. Вот это. 5,99 будет мне стоить. Нормально. Так, здесь витрина с хлебушком. 5,99 за вот такую вот буханочку. Опять-таки к разговору, в Америке дурацкий хлеб, тосты. Суперский вкусный хлеб. Они пекут его прямо здесь. Вон там, смотрите, выпекают нормальный абсолютно. Вон, смотрите, беленький, хрустящий хлебушек. Необычно, когда говорят вот это вот про Америку, еда невкусная, туда-сюда. Я всегда обычно комментарии в Инстаграме пишу: ребят, выключайте телевизор. Но сейчас походу история, когда можно сказать: ребята, у вас скоро YouTube отключат. Честно, как я отношусь к этой новости? Меня многие спрашивали. Конечно, грустно, потому что YouTube – это огромная площадка информационная, даже не с точки зрения того, что там у нас каналы куда-то денутся. Конечно, нет, я продолжу снимать. Потому что YouTube – это, по сути, библиотека знаний со всего мира. Ты можешь зайти, там, не знаю, как повесить люстру самому. Раз, загуглил, посмотрел все, в YouTube увидел инструкцию. О, я даже, смотрите, зашла сюда, свет включился прямо в лицо. Короче, альтернативы Ютубу нет. А все остальные площадки, которые предлагаются как альтернатива, честно скажу, в них нету нормальной работы алгоритмов. То есть там ручная модерация. О, прям как сейчас свет дали. Короче, захотели тебя раздали, захотели нет. И для этого нужно быть каким-то поцелованным богом в голову блогером. В общем, это как есть, поэтому я до сих пор верю в Ютуб. И продолжу его снимать, ребят, несмотря ни на что. От вас хочу просто попросить вас о поддержке, поставить лайк этому видео, подписаться на канал, если вы не подписаны. Ну и в целом я по вам очень соскучилась. Я давно не постила такого формата ролики. Вот так вот очень приятно с вами вместе болтать. Я пришла сюда за огурцами сейчас, ребят. Вот эти. Вот они. Вот это самые вкусные маленькие огурчики. 5,99. Я возьму пару пачек. Они дома очень быстро улетают. Сейчас покажу вам вещь, которую вы точно никогда не видели. Ну давайте, забьемся. Большинство из вас не видело. Знакомьтесь, это бутылка для воды, у которой есть вот такой вот картридж сверху, он с разными вкусами. Вы вставляете этот картридж, а внутрь наливаете воду. И когда вы пьете, вы чувствуете, как будто пьете лимонад, газировку, там колу, все что угодно. То есть это обманывает ваши рецепторы. Представляете, и на таких, ну типа сейчас их промотят, как бутылки для похудения. То есть ты понюхал, и рецептор думает, что ты прям пьешь клубничную воду. Я возьму вот такие вот две бутылочки, 14,99. Погнали. Вашему вниманию представляются генераторы в частных домах. Здесь это просто необходимость. $899 одна опция. И опция номер два поменьше, 299. Ну, такие часто на всякие вечеринки привозят, там, надувать. Часы. У меня Apple Watch, ребят. Не промо, просто как бы подарили, ношу. А здесь Samsung Watch, как видите, вот все закрыто. Давно уже так у нас, так сказать... И можно, если ты хочешь отдельные часы купить, вот такую картонку берешь, идешь на кассу и пробиваешь. Стоят они $289.99. Скажу вам, помните, в начале ролика сказала, что очень хочу поделиться тем, что за это время в Америке немножечко, знаете, так вергло в размышления вообще, стоит ли подумать о переезде или вообще как с этим быть. Действительно, сейчас в Лос-Анджелесе, в городе, в самом, на улицах очень грязно. Я вот честно, я как сознательный житель, я каждый день езжу и думаю, блин, что-то грязно. Это первое. Второе, бездомные. Их в городе становится больше. К Олимпиаде здесь, в Лос-Анджелесе, город планирует очистить. Но как это сделать, невозможно. То есть, представьте, как бездомных всех собрать, куда-то отвезти. Это тогда негуманно против воли людей. С другой стороны, на улице они наводят такой бардак, они разбрасывают вещи. Многие из этих людей зависимы, к сожалению. У большинства ментальные проблемы. То есть, их прям на самом деле нужно лечить. Но, как выяснилось, если, например, люди, которые что-то своровали один раз, да, и попали за решетку здесь, в Америке, содержать их в тюрьме стоит около $150,000. Поэтому, в принципе, не всегда выгодно даже воришек ловить. Ну, типа, представляете, сколько государству нужно дополнительно тратить денег на одного заключенного. Плюс, когда заключенного выпускают, ему дают около $200, типа, просто на первое время продержаться, и отправляют. Люди, которые, ну, что-то украли, например, один раз, они склонны к тому, чтобы совершить это заново. Соответственно, с $200 они ничего себе не могут позволить, они многие не идут работать, а попадают на улицы, и здесь два варианта. Либо продолжить опять творить беспредел и воровать что-то, выносить из магазинов, либо второй вариант — оставаться бездомным и быть зависимым. Поэтому, да, это большой вопрос, особенно в демократических штатах, и сейчас большая проблема, честно вам скажу. Напишите в комментариях, ребят, кто местный или вообще что об этом думаете, с удовольствием почитаю, послушаю.
Если бы я знала наизусть собачий вальс, я бы продолжила, ребят. Так, в корзиночку я добавила еще, смотрите, протеиновое молоко. Вот здесь, на самом деле. Его, это официальный спонсор сборной Америки, его типа пьют в сборной Америки. Для того, чтобы мышцы выращивать. Фруктовый батончик, это просто прессованные фрукты без сахаров, ну, без добавленных. Понятно, что если во фруктах они есть. 13,99 тоже мальчишкам беру. Так, я почти закончила. Беру круассаны французские, которых в школу очень удобно детям класть. Все, корзинка полная. Делайте ваши ставки, сколько в итоге будет на кассе. Я отправляюсь. Корзинки казалось меньше, здесь прям прилично вышло. Как грузят продукты, когда ты купил Cybertruck, смотрите. Просто залез и пачками молоко нагружает. Так, ну что, ребят, я практически загрузила продукты в машину. Очень жарко на улице, и сейчас покажу вам тотал. Итак, у меня сегодня вышло $285.23. Налогов на продукты здесь нет. Единственное, что налог только был на купленные чашки. Смотрите, $1.90. Спасибо, что посмотрели сегодняшний ролик. Я была очень рада вас видеть. У меня, видите, немножко голос садится. Мы недавно с детьми болели, поэтому немножко хрип. Надеюсь, это не помешало. Обнимаю вас крепко-крепко. Берегите себя. И увидимся в новых роликах на канале Nail Fornication. Bye, guys!